Здравствуйте, дорогие друзья! Проект издания книги «Мир после информации» реализован. Книга идет к вам, многие уже в бумажном виде ее получили. В электронном виде получат на выходных, в воскресенье, я надеюсь. Я очень благодарен людям, которые поддержали ее из 52 регионов России, ну и Соединенных Штатов Америки, которые пока не стали российским регионом, но я думаю, что у Америки, как обычно, все лучшее впереди. Книга «Я горжусь ей» – это свод исследований, посвященных тому, как устроен нынешний мир социальных платформ, или, иначе говоря, цифровых экосистем, потому что мы сейчас живем действительно в мире после информации. Информация перестала быть общедоступной, информация перестала быть воспринимаемой большинством людей, которые сегодня живут на Земле. У каждого свои факты, более того, у каждого своя, каждый находится в своей социальной платформе, в своей информационной среде, на своей информационной диете, которая не позволяет ему воспринимать значительную часть информации. Каждый включен в ту или иную систему, пока еще обычно в несколько систем, выкармливая своими цифровыми следами сразу несколько часто конкурирующих друг с другом искусственных интеллектов. Эта ситуация будет упрощаться, она сейчас слишком сложная, потому что системы не структурировались. Мир будет упрощаться, мир будет структурироваться, мир будет садиться на оси, как когда-то писал Маяковский. Но я о другом сейчас. Когда я сказал, что проекту осталось 3,5 дня, примерно сутки назад, я получил довольно много обращений в том стиле «мы еще не успели». Мы еще своим друзьям только-только сообщили, вообще куда торопитесь, мы тут пока думаем, и вообще мы хотим, может быть, мы хотим ваш автограф, может быть, мы его не хотим, может быть, мы хотим вас проконсультироваться, может быть, не хотим, в общем, куда вы спешите, куда вы гоните коней. Я получил, ну, не могу сказать, что я завален этими обращениями, нет, но я получил довольно приличное количество этих обращений. Ну и что называется, дорогие коллеги, у нас пока еще, по крайней мере, в этом демократия. Поэтому будет так, как вы сказали. Я продлил проект, он будет продлен на 29 дней. Я не буду вас особо перегружать напоминаниями о нем. Кому нужно, пусть подпишется. Потому что действительно купить книжку в магазине вы сможете, это несложно. Но есть электронные версии. Не все хотят бумагу, многие хотят электронку. Многие хотят электронные версии прошлых книжек. Многие хотят мои, так сказать, пожелания в письменном виде. На диво многие действительно хотят 40 минут со мной поговорить по скайпу. Или чтобы я записал ролик на интересующую их тему. Такое тоже есть. И, ну, что называется, сейчас лето. Сейчас все относительно расслаблены, кроме нас в Госдуме. У нас каникулы будут в августе, и то не у всех. У меня, скорее всего, не будет. Так что, дорогие друзья, пусть будет так, как вы сказали. Я проект продляю. Значит, он реализуется. Книжки идут к вам. Что называется, спасибо вам на добром слове, потому что я, честно говоря, я привык к жанру некрологов. Но я действительно в связи с этой книжкой узнал о себе от вас еще некоторые приятные вещи. Черт возьми, мне это приятно. Спасибо вам большое. Что называется, будем работать, будем стараться дальше. Счастливо. Книжка идет к вам. И у вас поезд перестал отходить от вокзала и вернулся на место. У вас еще 29 дней. Вот к 52 регионам России могут прибавиться и все оставшиеся. Если, конечно, захотят. А знаете что? Я сейчас их зачитаю. Я сейчас их зачитаю, потому что действительно, я хочу, чтобы это звучало в эфире. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Башкирия, Кабардино-Балкария, Карелия, Крым, ЛНР, Луганская Народная Республика, извините, Мордовия, Татария, если кому-то угодно Татарстан, Чувашия, Якутия, Саха-Якутия, разумеется, Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, москвичи часто путают, да и питерцы тоже, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Калужская,
Кемеровская, Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Томская, Тульская, Челябинская и Ярославская области, а также Ханты-Мансийские, Чукотские, Ямало-Ненецкие автономные округа. Ну и Соединенные Штаты Америки на закусочку. Не знаю, как прошел платеж, но, что называется, спасибо, дорогие соотечественники. На этом, что называется, кому интересно, я приглашаю присоединиться к проекту. Эта возможность сохраняется. Кому не интересно, смотрите телевизор. Это прекрасная альтернатива, чуть не сказал, прекрасная альтернатива разуму. Вообще-то хорошая реклама. Знаете, телевизор – прекрасная альтернатива разуму. Но на самом деле его тоже надо смотреть. Не ютубом един. Счастливо. И не телегой.